Подписаться, досмотреть этот видеосюжет до конца. Если у вас будут комментарии, то знаете, это будет самый вариант того, чтобы вы и другие зрители видели ваши мысли. Что на самом деле случилось не так давно? Я хочу показать, как, можно сказать, ночью, в необычной обстановке, при плохой погоде, стали появляться НЛО в городах, а именно ночью. Все это также снято на камеру. Но вы должны увидеть сами. Досмотрите эту картину. Но если вам кое-что понравится, то я буду благодарен вам лайком. Так что приятного просмотра.